Всем привет, друзья! Мы вышли на прогулку, сегодня солнечная погода, и знаете что? Папа привез нам посылочку от подписчицы, большое ей спасибо! Прочитали ваше письмо, вашу посылочку в конце зимы, по-моему, вы там пишете, да, мы получали, не беспокойтесь, она дошла, мы все прочитали. Вы спрашиваете про хомячков, хомячки у нас у родственников мы подарили племянникам, они попросили, подожди, доченька, хомячков хотели, ну, купить, а мы подарили, короче, им, так что не переживайте. Вот, спасибо вам большое за угощение, и ваше письмо мы обязательно прочитаем всей семьей потом, я сейчас прочитала, потом еще прочитаем с Сашей. Вот, и большое спасибо вам за такую радость для наших детишек. Смотрите, как они радуются. И вот конфеты. Ой, Санечка, это Санечка. Конфеты. Давно посылочек сладких, да, не было? Ну ладно, все, пойдемте чай пить сейчас. Мы на Конном острове сегодня с детьми выехали. У Славика сегодня день рождения. Вот. Короче, мы сегодня решили все выехать. Я вот сейчас их ищу, где они. Вон Слава в белой футболочке. Где-то еще Дима с Мишей. Взяли самокаты с собой, катаются. Мы только что покушали, вот сейчас идем гулять. Что-то я их не вижу, но со Славой они где-то здесь были. Все тут гоняют на самокатах, на велосипедах, на роликах. Кто что привез, принес. Вот что тут вытворяют, да? Молодцы. Каскадеры уже. Вон Слава, да. Но мы не на таком уровне. У нас нет таких прыгалок. Тут Семочка. Семочка, привет. Сегодня жара стоит вообще 30-градусная. Вот сейчас только ветерочек маленько подул. А так было очень жарко. Мы сидели у воды, все с собой привезли, покушали, вон Миша. Так что до вечера здесь погуляем, и потом нас дома еще ждет именинный тортик. Так, Надюша попросила пострелять. Сейчас папа оплатит. Все остальные у нас уехали, дальше там мальчишки. Мы тут только с малышами идем потихонечку. Сжарились все, не сгореть бы. Надюшка постреляет. Сейчас Надя постреляет. Все, мосок пьет, да? Укрыла его своей кофточкой, а то, чтобы не сгорел он там в памперсе. Шортики сняла, а то жарко совсем. И сняли сандалики. Тоже жарко. Ну, давай, Надя, заряжай. А пробовать три суда выстрела-то будет? Бесплатно. На пристрелку? Да, Зина? Слово приз полностью, самолет 4 раза, лесенку полностью, привезли в Ангелу. Ну давай. Мама! О! Ты так долго запрягаешь, давай. Вот, одним выстрелом двух зайцев. Ничего себе. Самолет сбили. Ой. Самолет улетел. Так ее там не видно. Обойду с другой стороны. Че? Ногти мешают. Ногти теперь, но. Поделала. На инкрактор еще выгод, наверное. С ногтями? Мила. Намазала. Ой.
Хочешь пострелять? Нет? Алиса, ты куда? Алиса весь день у нас норовит сегодня убежать. Семка уже стреляет. Ох. Пух. Куда целишься? В приз? О. Не трогай, там нельзя. Это все выигрывать надо. Это все надо выигрывать. Кому застрелять и выигрывать. Ты последний листал в тебе. Че она там зубы заговаривает? О, Надя все закрыла. Если она выиграет игрушку, говорят, и что? Говорите, в самолете 4 раза. Так ты еще что-нибудь наверни. Самолет сейчас не особо держится. Ага. Лучше лесенку не ищу. Попала, что ли? Да. Ничего себе, молодец. А что выпало, купать? На лестнице сколько у тебя осталось? Три? Нет. Четыре. Три. С этим четыре. Они все трогают, да? Мальдукова. А где шорты у нас? Сильно жарко будет. Попала. Че, два. Все? Все? Почти, ну хорошо, много. Много попало. Выбирай игрушку. Давайте все. Любую. Саня, самокат. Да ладно, а какое? На палочке или в стаканчике? Папа, а тебе? Одно шоколадное. На палочке. Покажи, покажи свою игрушку, да? Которую Надя подстрелила. Коровка какая-то. Ну. Давайте поедем. Так, еще какое? Тебе какое? Вот это? А ты его чем есть будешь? Не ложки, ничего? А, тем более их нет. Так, друзья, вот такой вот тортик у Славы сегодня будет. Мы приехали уже домой, сейчас будем пить чай. Тут вот прям по кусочкам было каждому. Ну, не каждому, конечно, у нас 11, но тут 10. Видите, мы так просто прорезали. Это торт «Молочная девочка» называется. Очень, говорят, вкусный. Мы приехали. Сёма у нас в машине уснул. Поэтому сейчас мы тихонечко тут попьем чай. И тоже, надеюсь, все потихоньку уложимся. Надюша ушла гулять, поэтому придет, потом тоже чай попьет. Хорошо погуляли сегодня. Мы уже покушали в городе, поэтому ничего такого не будем делать. Сейчас просто к чаю вот приготовили и все. Так что все. Всем пока.
Пока-пока. Слава, с днем рождения тебя. 11 лет нашему сыночку исполнилось. 12. Нет, Ванечка, не 12, 11. 12 Лизе. Все, пока-пока всем.